Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, смотрим игрушечку под названием Winter. Судя по скриншотам, это что-то похожее на Kingdoms. Ой. Once a child was born, but was different from ours. His heart was hot, as a brief of a dragon. He was incredibly kind, but the gods paid attention to. But because of this, the imbalance of power secured. Блин, чувак читает, как будто, я не знаю, я даже ощущение, что он как будто по-русски. Походу, русская игра. Ладно, давай скипнем. Потому что какой-то, мне кажется, акцент чувствуется. Ну, тут игрофоний, конечно, совсем уж пиксельный. Никаких настроек тут нет. Ну да, да, это прям очень сильно похоже на Kingdom. А, все, уже можно играть. Так, а что тут вообще делать? Деньги. А, ну, кидаем деньги. Да подожди. Пацаны, собирайте, я вас нанимаю. Так, все, не нужно, да, больше? Так, все, купил топоры. Это что? А, все, мне не хватает монет. Окей, ладно. А что такой звук-то дикий? Стой. А что вернулся-то обратно? Continue. Если это оно. Потому что ни хрена непонятно даже, что написано. Так, а где? Стой. Я не понял. А почему другое что-то все? Ну-ка, подожди. Это какая-то... это новая игра. Да все, я понял тебя. Скип. Короче, родилось какое-то там дитя и что-то такое. Все, во. Так, а где деньги? А, сейчас, наверное, накапают, да, мне? Все, отлично. Звук как в Марио прям. Пацаны, собирайте. А что за рандом? Почему у меня тогда много народу было, а сейчас как-то нету нифига его? А, это военные. Сундук. Открывайся. Ну? Или что? Почему так непонятно все? Мне Катя уже играла в эту игру, сказала идти, говорит, налево сначала. Так, ну это бомжи. Бомжам добежишь денежку, он бежит в город. Окей. Вот опять, смотри, звук начинает очень сильно расти. А зачем? Я тут, короче, ни при чем. Но у меня в самом этом-то убавлено. Зачем здесь музыка вообще? Не, ну это бред. Это правда бред какой-то. Ну и если это по аналогии с Kingdoms, то по ночам будут к нам приходить. Сколько надо? Раз, два, три, четыре, пять. А, нет, сюда, скорее всего, какие-то кристаллы нужны. Там какая-то летучая мышь большая. Так, это кто? Это, походу, какой-то злодей, какой-то босс. Ладно. Вернемся тогда обратно в деревню. Блин, ну в Kingdoms гораздо лучше графика. Я не знаю, это один и тот же разработчик или это разные разработчики. Ну как-то это все не очень хорошо выглядит на самом деле. Во-первых, ну да, также выдыхается. Причем тут кролик, там была лошадка, но можно было других животных себе подчинять. Типа их покупать. Не удивлюсь, что сейчас побегут эти мобы, которые нападают на мою деревню. Странно, странно, конечно. Так, бомжик, пойдем. Пойдем в деревню. Далеко куда-то я убежал. Так, это что?
Я положил одну монетку, мне дали. Так, а купить-то еще могу я? Почему? Как это работает? А, это косы, да, строятся, окей. Давай вот такую построим штуку. Что это такое? По идее, сюда сейчас должны работники прибежать. Да, а нет. Не, серьезно, я пока не понимаю. Может, ночью тут нельзя ничего делать? Где мне нанять работников просто, которые строят? Когда там уже ночь закончится? Ладно, побегу пока направо. Наверное, сегодня на меня никто не будет нападать. Кто? А у меня денег нету, прости. Я бы тебе дал, конечно. Конечно, дал бы, но прости уж. Извини уж. Так, ну, если Катя мне сказала идти налево, там что-то будет, но там ничего нет, ни хрена, то значит тут так же, как и в Kingdoms, полный рандом, постоянно. Баба-яга. Ну, окей, ладно. Так, давайте все-таки вернемся в город, посмотрим, может быть, там что-то все-таки происходит. Ой-ой-ой! Ты кто? Ага, ты просто лиса бежишь. Лиса бежит к нам в замок. К нам в деревушку. Когда уже утро настанет? Холодно. Так, вот здесь вот дерево рубить, я понял. Так, ладно. Теперь здесь... Да, вот теперь здесь появилось опять. Чуваки, ну вы же должны, по идее, строить. Ты куда побежал? Куда-то он побежал. Может быть, что-то будет делать. Да, нет? Да, вот что-то делает. Так, значит, все-таки строители, это вот которые... С штуками, которые похожи больше на косу. Ладно. А где мне зарабатывать деньги вообще? Как-то это возможно, нет, еще сделать. Потому что я все потратил, получается. Очень все непонятно. Она либо очень сырая, либо что. А, все, сделал заборчик, красавчик, молодчик. Ну, а мне теперь ни на что не хватает. Что делать? Ладно, побегу в эту сторону. В эту сторону я еще прям далеко не бегал. Деньги брать некуда. Неоткуда. В том же Kingdoms были сундуки. Да и когда что-то эти, рубили, лесорубы там или еще кто-нибудь, они тебе за это тоже деньги возвращали. Тратишь единичку, одну монетку на дерево, а он тебе срубает, отдает либо одну, либо две. Опять лисичка бежит. Че бегает туда-сюда, непонятно. Так, ну вот эти меня бьют, да, уже? Смотри. Да? Нет. Особо не бьют. Так. Что? Я что-то сделал? Не прогнал зиму? Ну вот как? Меня убили, что ли? Что? Что? Зачем? Как? Ладно, давай еще раз попробуем. Я просто совершенно ничего не понял. Once a child was born, but was different from ours. His heart was hot as a brief old dragon. Я говорю, либо она очень сырая, либо что. Деньги давайте.
Да, сюда нужны какие-то другие монетки. Да подождите, пацан. Я вот сюда вот поставил целых 5 монет отдал, а ничего не происходит. Какая-то ворона. Не, серьезно, пацаны, девчонки. Я сейчас подожду. Пока откроется сундук, мне надо 3 монетки. В принципе, тут ничего вообще не делаю. Давай быстрее. Да, так же, как и в Kingdoms, получается, ночью они ни хрена ничего не делают. Ты дашь мне денег или нет? Тут либо экономика сломана, либо что? Почему нет обучения какого-то? А да, откройся ты уже. Не, серьезно, вообще ничего не понятно. Ты откроешься сегодня? Или нет? Что за лиса прибегала? Так-то. А. Я сейчас на тебя кролика натравлю. Слышишь, сундук? Открывайся, давай. Не хочет. Я вот зачем сюда потратил 5 монет? Чтобы что произошло? Куда делась? Монетка куда-то исчезла. Либо она все-таки в дерево. А почему на дерево тогда не показывают, что можно его рубить? Ладно, подождем до утра еще раз. Стану просто здесь и буду стоять. Что делать? Вот Kingdoms, там еще есть мультиплеерная версия. Там 2 трона, типа, или 2 короны. Вот она прикольная. Я в нее, причем, довольно-таки много наиграл. Часов, наверное, 20. Потому что там несколько раз заново начинал, там, по-другому. Там на другие острова там путешествуешь. Находишь там какие-то специальные кристаллы. За эти кристаллы покупаешь себе супер там наездников, каких грифонов, медведей или еще кого-то, не помню точно. Открываешь какие-то суперспособности, новых чуваков себе нанимаешь в деревню, которые там умеют выращивать какие-то другие штуки, там усиляют, там учат твоих пацанов долбить камень, там добывать там уголь или что-то такое, там не помню точно. О, наконец-то. Здесь получается, тыкай где хочешь, непонятно что делать. Роме страшно. А, ты что там на меня гавкаешь, слышь? Видели вот это чудище-то лесное, которое повисло там на какой-то скале, горе? Сейчас она открывала рот. Ладно, сейчас ждем утра, посмотрим. Будет ли наш чувачок с косой, или это что это такое, топор у него? Будет ли он рубить деревья? Я что-то сильно сомневаюсь в этом, но вдруг. Я не знаю, игра в раннем доступе или она вышла уже. Но продается она вроде бы точно. Я как бы что делать, ничего не понятно. Правда. День первый. Ты слышишь, ты будешь рубить или нет? Иди сюда. Все, побежал, вроде бы рубить. Сейчас посмотрим, будет рубить или нет. А эти мужики должны, по идее, ходить там охотиться. Хотя в той части, ну, в той игре там были именно охотники. Да, он что-то делает теперь. Посмотрим.
Кто побежал? А, вот. А, я вот, да, второе же дерево я нажал это рубить. Давай тут тоже кину. А что так долго? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько надо? Две? Можешь построить что-то. Ладно, понаблюдаем за чувачком, который очень долго рубит дерево. Да, с него нам дают. Ну, даже он не собирает. В той игре он еще и собирал потом. Что делаешь? Он строит? Срубил. Молодчик. А это можно, да, тоже? Порубить все. Но я говорю, а почему не появляется кнопочка, что можно взаимодействовать с этим деревом? Типа, если ты не играл в такие игры и не знаешь вообще, что к чему тут устроено, то ты в жизни догадаешься, что тут сделать. Играфоний. Я не знаю, на каком расширении надо играть, чтобы тут все красиво выглядело. Я фиг знает, короче. В общем, ладно. Сейчас еще немножечко и закончим. Во-во-во, опять зевает на меня. Гаденыш какой, а? Что за лиса? Ну-ка, стой. Стопэ, лиса. Лиса, стой. Пацаны, ну что не это? Не защищайте лагерь-то. На. В общем, ладно. Игрушка скучная, блин. По сравнению с Kingdoms, это прям какой-то провал. Не знаю. Так, ты срубил там, может быть? Чего мне Катя сказала, что если из игры вышел, то как бы никакого продолжения тебе не будет, как бы все скипывается. То ли продолжение будет, но монеты все у тебя исчезают. В общем, как-то так. В общем, ладно. Всем, ребятушки, спасибо за просмотр. Не знаю, понравилось вам это, не понравилось. В общем, с вами, как всегда, был Максим, канал GG Family. Всем пока, даже не прошу лайки или подписки, потому что сам понимаю, что ну такое себе. В общем, все, всем пока.